Привет всем! Этот влог будет о первом видео о тетриках. Тетрики живут у меня уже около 2 месяцев. Здесь сейчас рабочих около 20 штук уже. И много расплода, личинок. Кормлю их я кунжутом, семенами кунжута, дрозофилами, мухами и сиропом. Скоро придет посылка. Их новый домик будет. В дальнейшем увидите. Подписывайтесь на канал, кто хочет увидеть дальнейшее развитие этой матки, ставьте лайки. Всем пока.